сейчас еще 8 секунд от удаления Соркина остается, и уже 5-4 играют команды. Да, четвертый еще пошел. Еще минуту, да, еще минуту играть в большинстве сначала. Соркин присоединяется к партнерам по команде. Провольнев двинул Яшкину, тот так посмотрел себе за плечо. Ладно, продолжаем разговор. Петербуржцы шайбу контролируют. Никишин, Хайрулин переводит и перемещается Шевченков и успевает преградить путь шайбе после броска Никиты Нестерова. Вот такие переводы через всю площадку, ну, ставят вратарей зачастую в тупик, разрывают их. Но здесь Шевченков успел. И это было великолепное спасение.